Ну и сейчас мы возвращаемся к одной из главных тем дня – визиту Дмитрия Медведева в Сирию. Самолет президента России приземлился в аэропорту Дамаска некоторое время назад. Ну а официальная торжественная церемония приветствия и встреч президента России с президентом Сирии проходит в Дамаске в Народном дворце Каср-Ашаб. Это официальная резиденция Башара Асада. Она расположена на полпути на гору Касьюн. Именно на этой горе, по легенде, произошло описанное в Библии убийство Каином своего брата Авеля. Магистрали, по которым проследовал кортеж с российским лидером, были украшены национальными флагами двух стран. Сейчас надо отметить, что лучшее время года в сирийской столице. В оазисе вокруг Дамаска расцвели самые различные растения. На площадях работает множество фонтанов.